Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Президент Watches». Сегодня мы расскажем вам о часах Guess, модель W0379G3. Корпус и браслет модели сделаны из высококачественной нержавеющей стали. Застежка металлическая. Клипса открывается нажатием на ушки по бокам. Задняя крышка стальная с информацией о модели. Циферблат защищает прочное минеральное стекло. Способ отображения времени аналоговый, цифры римские. Кроме основного циферблата есть также три малых. Два из них показывают нам работу хронографа. Один, тот что слева повыше, показывает дублированное время в 24-часовом формате. На стрелке нанесено светонакопительное покрытие, которое видно в темноте. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц, питание от литиевой батареи. Для управления хронографом предусмотрены кнопки выше и ниже центральной коронки. Запускается верхней кнопкой, здесь секунды, в верхнем циферблате минуты, до 60 минут. Останавливается также верхней кнопкой и сбрасывается до нулевых значений нижней кнопкой. Класс водозащиты данной модели 10 атмосфер. С часами можно плавать и нырять на небольшую глубину. Диаметр корпуса 45 мм, толщина 11 мм. Для того, чтобы установить время, используется коронка. Ее нужно отвести в сторону до щелчка и поворачивать. Обратите внимание, время в 24-часовом формате в малом циферблате также дублируется. По окончании всех настроек возвращаем коронку на место. Кстати, в этом же режиме, когда положение коронки отведено, можно отрегулировать положение кнопок хронографа вручную, если вдруг они не установлены на нулевые отметки. Либо по одному делению однократным нажатием, либо при удержании кнопки можно более быстро все это сделать. Возвращаем коронку на место, плотно прижав ее к корпусу. Часы снова пошли. Все по настройкам. Упакованы часы в фирменную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.